отличного продюсера. И я счастлива, что все его так любят, потому что обычно хороших людей у нас не любят. Я бы хотела, чтобы ты всегда был счастлив теми, кого ты рожаешь, кому ты помогаешь. Ты становишься красивее и моложе с каждым годом. Я рада за тебя. К сожалению, я не пью, но хочу, чтобы все подняли. Это тост именно за него. Правда, это 8 марта. Да, следующий тост за женщин. Но все, пожалуйста, налейте, потому что я скоро должна уйти. Я очень рада, что я могу вместе с вами поднять этот тост за Юру. Пожелать ему счастья и всем ребятам и девчатам, которым он помогал. И будет еще помогать. Юрочка, спасибо тебе за то, что есть. Спасибо. Я хотел сказать, что среди молодых я сам молодой. Барри Каримович тоже молодой. Да уж, не надо. За здоровье молодых. Да. За здоровье молодых. Я прощаю тебя, что успели.